выявить талантливых педагогов, управленцев в сфере образования и перспективных студентов, провести для них образовательные программы, объединить общей целью и идеей. Такова задача конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Реализовать свои качества и знания очень просто. Достаточно подать заявку на участие в проекте. Подробности в нашем следующем материале выпуска. В России стартовала заявочная кампания на участие в профессиональном конкурсе «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс проводится в рамках года педагога и наставника при поддержке Минпросвещения России. Очень здорово, что сегодня это уже совместный проект и РСВ, Министерство просвещения, Министерство образования. Активно подключились коллеги из Министерства культуры и Министерства спорта. Мы этот конкурс делаем как кадровый резерв для системы образования. Договорились с Алексеем Геннадьевичем Комиссаровым, что помимо участия в конкурсе будет возможность программы повышения квалификации и переподготовки управленцев. Большое количество участников стали частью такой экосистемы платформы «Россия – страна возможностей», объединились в сплоченное сообщество единомышленников. Флагманы образования – это ресурс для профессионального развития и карьерного роста управленцев в сфере образования, талантливых педагогов и перспективных студентов не младше 18 лет. Участие в конкурсе индивидуальное. Конкурсанты пройдут обучающие семинары и тренинги. Для меня конкурс «Флагманы образования» – это шанс попробовать себя в разных ролях. В качестве участника, в качестве эксперта, в качестве слушателя классных и полезных мастер-классов. Финалисты и победители конкурса получат возможность войти в кадровый резерв системы образования Российской Федерации. Регистрируйтесь на сайте проекта «Флагманы образования».